Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И многие из вас хотят купить дом. Ну, многие хотят, а некоторые имеют возможность купить дом. Купить дом какой-нибудь хороший, там не там 100 квадратов, да, где-нибудь домик, чтобы было квадратов 400, чтобы при этом еще был гостевой домик, при этом, чтобы был ремонт, не хочется заморачиваться и так далее. Давайте мы с вами посмотрим один из таких домов. Ну, сначала давайте для того, чтобы немножко взять небольшую интригу, мы возьмем с вами и посмотрим сначала территорию. Это у нас место для гаража, здесь машина ставится, опять же не забываем, что мы в Сочи, поэтому здесь особо рольстав не нужны. Здесь у нас деревья, которые у нас посадили, которые у нас сделали, здесь никогда в жизни ничего не было. Дому здесь уже 12 лет, соответственно, мы сейчас с вами начнем смотреть именно хозяйский дом. Плюс еще внизу есть гостевой дом на 160 квадратных метров. Есть внизу еще дополнительно гараж на две машины. И сразу же еще есть бассейн. Ага, мальчишка заинтересовался. Ну, давайте посмотрим. Ну, здесь беседка, да, все понятно. Здесь у нас все довольно-таки скромно, но красиво. Уже из беседки у нас открывается вид на море. Ну и сейчас каждый из вас говорит: Макс, покажи этот дом, покажи. А домик у нас вот такой вот дом. Посмотрите, ребят. Такой домик, довольно-таки красивый у нас получился, хорошо сделан. И давайте посмотрим с вами по порядочку, что там есть, как там есть. Сразу говорю, этот дом продается у нас отдельно, а можно этот дом у нас, ну, конечно, отдельно, я имею в виду гостевым, а можно взять его в тандеме с третьим домиком. Третий домик сниму для вас чуть-чуть прям попозже, чуть-чуть сниму отдельно. Итак, мы заходим с вами на первый этаж. На первом этаже мы с вами видим зона кухни. Продается, конечно, со всей мебелью, все как положено. Здесь зона кухни и здесь такая гостиная. Здесь у нас настоящий камин. Да-да, это, конечно, у нас редко, когда так вот у нас все есть в Сочи, но имеется. Здесь у нас, соответственно, гардеробная. Гардеробная тоже довольно-таки неплохая. Видите, да, просто огромная гардеробная. Ну и здесь у нас есть подсобное помещение. Тоже не буду вам ничего сейчас показывать, но подсобное помещение есть. Гардеробная неплохая. Я бы сказал, даже такая интересная, хорошая. Здесь у нас есть макияжный столик, где можно, например, взять и прихорашиваться. И здесь мы с вами видим такую хорошую кухню-гостиную. Комфортно, ребят, реально комфортная. Мне здесь нравится. Вот я именно свой дом, первый этаж, вижу именно так. Чтобы у нас здесь у нас санузел, тоже все красиво, все эстетично. Видно, что дорогой ремонт, видно, что постарались на славу, делали у нас не на продажу. В общем, все здесь просто замечательно. Если согласны со мной, сейчас я поднимусь с вами на лестницу. Кстати, лестница, отдельно хочу сказать про лестницу. В свои годы она стоила 12 тысяч долларов, ребят. Поэтому по лестнице идешь, она деревянная, но по-настоящему так вот поднимаешься, по ней двигаться комфортно, 100% комфортно. Опять же, у нас все освещено, мы приехали уже немножко поздно, поэтому давайте с вами посмотрим. Здесь у нас имеется спальня. Сразу говорю, спальня довольно-таки неплохая. Здесь у нас как раз только пришла уборщица, поэтому не получилось мне показать вам в чистоте и в порядке. И здесь у нас вот такой вот большой балкон. С балкона, само собой, у нас вид на море, ребят. Вид хороший на море. И посмотрите, да, качество материала. Все на самом высоком уровне. Ну все, я понимаю, что вы уже загорелись. Давайте идем с вами дальше. Здесь у нас встроенный шкаф-купе. В общем, все хорошо. Итак, здесь мы с вами попадаем во вторую спальню. Вторая спальня, она у нас такая хорошая, огромная, с выходом на балкон. В общем, все здесь тоже хорошо, все здесь потрясающе. По-настоящему такая хорошая, такая пацанская спальня. И есть третья комната, которую еще ни разу никто не пользовался. Как сделали у нас ремонт в доме, так она и стоит, ждет ту самую красивую, ждет ту самую любимую, либо дочку, либо самого любимого и красивого. Это, конечно же, у нас сына, чтобы это была
его комнатка. Ну и здесь вот такой открывается у нас тоже просто шикарный бомбический вид. Итак, посмотрели мы с вами второй этаж. Давайте поднимемся еще повыше, чтобы можно было оценить весь масштаб трагедии. А почему трагедии? Потому что каждый из вас, кто смотрит этот домик, он его хочет купить 100%. В конце вы узнаете цену. Цена, кстати, недорогая, относительно недорогая. Есть у нас дома дороже, есть дома у нас дешевле. Ну и здесь вот такая свободная площадь под крышей. Здесь у нас можно сделать бильярдную, здесь у нас можно сделать еще что-нибудь. Кстати, внизу тоже есть санузел, здесь тоже у нас есть санузел. На каждом этаже по традиции есть, как положено, санузел. Смотрите, все здесь хорошо. Ну и здесь тоже у нас, смотрите, светильнички включил, уже по-другому все стало. Потолок по-настоящему высокий, и сейчас мы, если с вами выйдем на балкон, с балкона мы можем наблюдать просто потрясающий закат, ребят. Посмотрите, просто обалденный закат, птички поют. Такая территория, если мы посмотрим с вами сверху. Хочется еще отметить, крыша, мне вот похвастался владелец дома, таких крыш всего лишь у нас в трех домах в Сочи. Очень дорогая крыша, иногда готовый дом стоит дешевле, именно чем эта крыша. Мягкая кровля, по-настоящему здесь такое интересное что-то сделано, несколько слоев, в общем, все красиво, все потрясающе, все классно. Конечно, кондиционеры висят, все, ремонт свеженький, здесь у нас отопление, газ здесь есть, все. Здесь можно у нас бильярд поставить, можно организовать спортивный зал. И опять же есть возможность выйти у нас на балкон. Еще один балкончик есть. Здесь, конечно, у нас соседний дом. Кстати, он продается за 220 миллионов, соседний домик. Ну и здесь тоже открывается просто потрясный вид. Ну что, ребят, загорелись? Идем с вами дальше. Давайте все-таки посмотрим еще, чтобы у вас уже совсем заинтересовать. Идем с вами чуть-чуть прям дальше. Вот на лестнице. Лестница низкогибучая. Мы с вами идем. По-настоящему чувствуется, что лестница такая дорогая. Есть бинокль, можно подглядывать. Тоже остается бонусом. Подглядывать за соседями. Да я шучу, не за соседями. И, кстати, я здесь забыл вам показать. Вот здесь у нас как раз находится и санузел. И вот именно с санузла можно выйти еще на такую придомовую территорию. Вот здесь можно что-то сделать, что-то организовать. В общем, навес можно сделать при желании. Тоже все довольно-таки неплохо. Итак, санузел определились нормальный, зачетный. Теперь идем с вами дальше. Здесь у нас три спальни. Классика, как это обычно у нас любят все. Ну и настало время. Все, мы здесь потушим свет. Идем с вами ниже. Картины. Картины тоже все это остается, потому что дом продается полностью целиком. И гостевой дом тоже остается. Все оформлено в собственность. У нас будет, ребята, с вами вся сумма в договоре. Давайте еще раз покажу кухню, извиняюсь, кухню-гостиную. Все супер, все классно. Здесь есть проводной интернет. В общем, здесь все у нас сделано как положено. Ну и давайте мы с вами пока выключим свет. Мы с вами попробуем все-таки в полупотемках посмотреть. Нужно мне тоже здесь тоже отключить свет. Не могу найти где. Ну да ладно. Сейчас хозяин у нас все выключит. Ну идем с вами дальше. Территорию мы с вами посмотрели. И здесь вы понимаете, что в целом дом достоин уважения. Дом у нас вот верхний, 450 квадратных метров. Это очень много и комфортно можно проживать. Внизу сейчас тоже я вам покажу территорию, которая относится у нас к этому же дому. Здесь можно у нас сделать вход снизу, потому что пока здесь идет, живет одна семья, поэтому вот этот домик, вот этот дом у нас получается, и внизу у нас гостевой дом, это все единое целое. Все это можно купить непосредственно можно купить целиком. Тоже в конце вам цену озвучу, а теперь давайте мы с вами спустимся вниз и посмотрим гостевой домик, который относится к этому же дому. Итак, ребят, мы спустились с вами, покажу вам еще одну
часть. Вот здесь, смотрите, вот эта часть дома, в которую мы смотрели с вами наверху, здесь прям посередине делится. Если вдруг будете брать отдельно, то вот здесь у нас будет стоять вот такой вот легкий тоже забор. Здесь, соответственно, у нас проезд. Здесь у нас гараж на два автомобиля. Не смотрите, что они до конца не въехали. Здесь хоть два курзака, все здесь поместится. Просто до конца машины не прогнали. Поэтому гараж здесь нормальный, полноценный. Здесь же тоже у нас и холодильное оборудование есть. Здесь же у нас и кондиционеры висят. В общем, все здесь у нас есть. И давайте посмотрим с вами еще кое-что. Итак, ребят, здесь у нас также имеется бассейн. Можете все его наблюдать. И вот, если мы посмотрим с вами эту территорию, вот оно все в зелени, лежаки. И вот так вот выглядит у нас гостевой дом. И вот сверху у нас, конечно, вот как раз вот дом, который мы смотрели сейчас, основной. Все это продается целиком у нас. Бассейн хороший, полноценный. Все сделано безопасно, балясины. Все красиво, эстетично. И вот этот гостевой дом, он идет 160 квадратных метров, он тоже идет, да. Ну, здесь вот, например, этот дом у нас был отведен для родителей. Родители здесь жили. Но знаете, сейчас я тоже вам покажу этот гостевой дом. Вы поймете, что в этом доме любой бы из вас решил пожить, потому что по-настоящему лучше, чем любой отдельно стоящий дом. Есть у нас здесь цветочки, все красиво. Опять же, море видно. В общем, все супер, ребят. Классно. Давайте зайдем, посмотрим с вами, что еще здесь есть. Итак, ребят, давайте продолжим. Это у нас гостевой дом. Да, гостевой дом, потолки высокие, все здесь у нас полноценно. Также у нас остается техника, телевизор. Все здесь есть. Кухня, совмещенная с гостиной. Такая хорошая, полноценная кухня с гостиной. Давайте я вам покажу. Ну, реально классно сделано, все хорошо сделано. И здесь у нас имеется две спальни. Две спальни. Давайте посмотрим. Это у нас первая спальня. В принципе, уютное окно есть. Все хорошо. Фисташковый цвет. Все довольно-таки неплохо сделано. Ну и, конечно, давайте с вами посмотрим еще одну спальню. Она тоже у нас есть. Это, например, у нас можно там детскую какую-нибудь сделать. Тоже окно имеется. Красивый потолок. Все хорошо сделано, ребят. В общем, шкаф тоже все современное, дорогое, красивое. Здесь же у нас есть, конечно же, и ванная комната. И здесь у нас есть сауна. Ну, как всегда это принято, сауна у нас сейчас не пользуется по одной простой причине. Потому что не доходит у нас ни времени, ни желания, ничего. Но сауна тоже у нас имеется. Ну и здесь у нас тоже вот такой шкаф-купе. Такой домик, да, 160 квадратных метров, он у нас тоже относится к тому дому, который мы сейчас с вами снимали. Ну и теперь давайте мы выйдем с вами на улицу и уже поговорим, наверное, про цену. Ну что, ребят, теперь настало время озвучить цену. Вот все это произведение искусства, которое у нас 450 квадратных метров основной дом, 160 квадратов у нас дополнительный бассейн. Территория огромная, все. Все это удовольствие у нас стоит 110 миллионов рублей. Сейчас я вам покажу еще один домик. Этот дом у нас будет отдельно продаваться. Вот, смотрите, вот такой дом. Сейчас мы снимем отдельный видеоролик. В общем, тот весь дом, точнее, даже комплекс, я могу сказать, стоит 110 миллионов рублей. Техника, мебель, все это остается, кружки, вилки. В общем, все на ваше усмотрение. Ну, а теперь идем снимать дальше, ребята.